Я уже маму обогнал на 1000 километров. Давай, мама, я в тебя верю. Это все ради того, чтобы показать, как красиво на этой горе. Как у нас красиво. Вот так вот по пояс. Сугробы. Капец. Ма. Давай, мам. Давай я с Катюша. Молодец, мам. Отхожу по... Давай, мам. Все, принес пакет? Да. А. Нашла. Все, Я положу в одну тарелку и будем кушать. О, в одну тарелку. Пока в тарелку. Ладно. А будешь вилку есть? Буду. Ты будешь пельмени? Вань, иди спроси у дедушки, будет он пельмени? Дедушка. Дедушка там в комнате будет кушать. Он здесь не будет. Здесь я себе поставлю. Ага. Спроси ему сметану. Ему положить сметану? Да. Иди спроси. Дедушка, положить сметану. Не забрал. На. А что-нибудь другого? Перец-то какой черный? Да, вон я. Я не знаю, какой-то вот что за перец лимонный взяла. Не знаю, но у меня есть, вон я. Только вот перец насыпал. Кончился там, сыпать все. Есть, я же покупал. Перец же насыпать надо. Я тоже тогда. Ну поделишься мною. Ты будешь такую штуку? Да. Сейчас. Сядь прямо. Ты не мешаешь ходить. Да я всем как бы еще не мешал. Уксус? А зачем уксус? Поставь шкаф обратно. Будова. Мой нос. Поставь в холодильник. Блин, только сел. Сюда еще чесночка надо. Еще чесночка? Угу.
Сколько, бля? Макаев в сметану ешь. Неудобно, если подвинь поближе. Попробуй со сметаной. Кажется, бульмени. Попробуй. Вот так вот хочешь попробовать? Ну что? Со сметаной вкуснее? Так и так. Дедушке компотик есть. Компот есть у дедушки. Заметил, мам, то что-то слоями. Как-то интересно пельмени сделано. Почему? Ну, что ты сделал? Пельмень упал. Так а можно не так? Можно взять сметану и на пельмень тогда? Мясо-то как будто бы, не знаю, кот наплакал. В одно тесто. Остренько. Почему кот наплакал? Ну, мало. Пожалею? Ногу опусти, сядь нормально.
я уже наелась. А нет. Кушай. Пельмени вам все невозможно наесться. Еще пельмени вкусные. Перец разогрел меня изнутри. Ты это все съешь? Точно? Сон у некоторых слиплись. И не считаются, как они пельмени. Со сметанкой. Кушаем. Тогда что? Где у бабушки будем делать? Не знаю, посмотрим. Иди на Оле, да? Да. Уже ну и чё? У бабушки есть ключи. Бабушка, пойдите. Ну так съездим. Бабушка. Так мама пьет больше не лакает. И холодный этот компот маленькими глоточками пей. В баню? А? Оля приедет в баню? Нет, ее. А? Ладно, сначала пятеро из дома, я не знаю, там уходит еще. Давай ешь быстрее. Ой, чудо, я сюда так устала. Мы носились, набегались. О, как мы долго поднимались там. Да, вообще, я хорошо отдохнула. Угу. Приятная усталость. Маленькие такие плюшки, а свойские все равно вкуснее. Так они тоже свойские. Да уж, конечно, свойские. Свойские это домашние, когда сам сидишь, лепишь. Потом продаешь. Давай. Доедай, ей надо будет со стола вытирать, мыть. Со тарелку. Помыть. Разогрелся, ага. Угу. От перца. Греет перец. Не. Хорошо, прогревает, зато хоть это не заболеешь. Какая прическа, прям хорошенькая у тебя, мне нравится. Прям красавчик. Какой переход красивый. Ровно. Вот эта вот девушка хорошо тебя подстригла. Класс. Потом пойдут кудряшки, и будет все ровненько, красивенько. Да. Не то, что до этого женщина подстригла ужасно. Так, мы едим над столом. Скоро 10 лет, и мы до сих пор не знаем об этом, да? Не ешь раз острый, зачем ты туда макаешь? Ешь со сметаной. Ой, Васька бегает. Васька? Вон бегает. Он все, прыгнул в сугроб, пошел куда-то нырять. Ешь давай. Блин, погулять хочу. У тебя штаны вымокли, надо, чтобы они высохли. Так вот именно. О, ты ж не поедешь в мокрых домой. Так они не сохнут. И тем более у меня нету ветра. Они на печке висят, сохнут. Ешь, ешь, ешь. Не разговаривай, ешь. И надо уже убрать тарелки. Последнее уже. Ученические не взяли. Ученические не взяли, а что поделать-то? Тебе так придется, поедешь. Чтобы ты поехала за мною. Чего? Чего? Уехала в Нижний Тагил. Зачем? Еще чего? Так поедем, да и все, без ученических, без всяких. Почему? Не пропустят. Да чего ради не пропустят? Просто билет дороже будет.
Вот ты просто хочешь побольше денег потратить, да. Вот придется, что делать. Раз забыли дома ученически. А я бабушке Лене собирался уже ночевать. Не знаю, она что-то не отвечает, тебе не звонит. Ну все, покушай. Ну все. Всем хорошего настроения. И всем пока-пока.